Здравствуйте, мои дорогие! Перед тем, как начнется следующее видео, хотела вам показать свои лилии. Это гигантские лилии, которые наконец-то распустились. Посмотрите, какая красота! Но надо быть очень осторожным. Вот эти вот пестики, на которых пыльца, если они попадут на одежду, или пыльца попадет от них, не отстирается. Ну и заодно покажу вам мою гортензию. Это два каких-то сорта тоже гортензии. Я их заказывала в каталоге Бакер, по-моему, называется. Вот распустились они тоже. Белые. Вот такие вот. Похожи больше как бы на сирень. Они вытянутые, но более объемные. А второй сорт — это такие шары. Красивые. Ну, а остальное у нас такое все бедненькое. Там вон розочки немножко цветут. Зацветает гибискус. Вот такой вот бело-розовый. Были у меня еще другие цвета, но я их подарила, выкопала. Они разрастаются очень сильно. У меня вот папа каждый год режет их чуть ли не до половины. А они растут очень быстро. Ну вот. Ну а теперь пойдем смотреть видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем шить сумку, сумку-саквояж. И показывать я буду каждый шаг. Шить мы будем из платка, из русского платка. Не путайте с Павлово-Посадским. Но перед тем, как порезать платок, я вам хотела показать настоящий Павлово-Посадский платок и русский платок. Потому что в видео о посылке, где я показывала эти русские платки, кто-то меня спрашивал или просил показать, то есть сравнить эти платочки, показать их рядом. Перед тем, как порезать, я вам покажу, чем они отличаются. Ну и затем мы начнем шить. Итак, девочки, смотрите, вот с левой стороны это Павлово-Посадский платок, с правой стороны это русский. Павлово-Посадский платок, он намного светлее. Давайте я вам приближу камеру, чтобы вы увидели различия в цвете. Вот посмотрите, русский платок, он гораздо темнее, то есть они, эти платочки, ярче. Я заметила это также у платков классический. Павлово-Посадский, он тоже как-то, ну, я должна сказать, бледнее он, конечно же. Вот русские платочки, они поярче. Вот видите, в чем разница? Вот такая разница в цвете. Более ничего. Ну, конечно же, качество — это платочек из шерсти. Этот платочек, согласно производителю, 80% шерсть, 20% вискоза. Но я не уверена, поэтому утверждать не буду. Но мне эти платки нравятся. Я могу их носить, потому что у меня аллергия на шерсть. И даже вот эти вот новые платочки, ну, я могу где-то, ну, полчаса я еще выдержу в этом платке. А более не могу. Я начинаю чесаться. А вот русские платочки я носить могу. В общем, вы поняли, да? Разница только вот в расцветке. Остальное, ну и, конечно, размер, да. Я вот не помню, вот этот вот «Тайна сердца». Ну, например, скажем, Павлово-Посадский размер 1,25 м, а русский платок 1,20 м. То есть у них нет вот этих пятерочек там. 1,85 м или что-то еще. То есть размер отличаются. Вот эти вот платочки русские, они всегда чуть-чуть меньше. Ну, а теперь начинаем шить. Я вам не буду показывать, как я раскроила. Я вам покажу только уже готовые детали, потому что выкройку мы с вами сделали. Это вы можете сделать сами. Итак, я раскроила из поролона, который я покупаю в Саарбрюкене. Я уже шила сумочку с листьями, такая осенняя,
вот из этого поролона. Я ездила в Сарбрюкен и прикупила еще. И я сразу же по этой выкройке выкроила подкладку. Подкладка стеганая, хлопчатобумажная, с небольшим добавлением полиэстера. Такая тоже цветочная расцветка, очень красивая. Здесь я сделаю карманчик розового цвета двойной, но это мы будем делать уже по ходу вместе. Следующий шаг. Я сейчас посажу вот этот платочек русский полностью на клеевой флизелин. Я вам покажу сейчас свой клеевой флизелин. Он достаточно тонкий. Вот такой вот рулончик. Вот, посмотрите. Он клеится с одной стороны. То есть нам платочек, вот видите, он почти прозрачный, но он держит форму. Перед тем, как приклеивать флизелин, нам нужно прогладить платок. Я платочек уже прогладила. Я разложила его на доске так, чтобы у меня вот здесь была середина. То есть я начинаю приглаживать флизелин от середины платка. Прикладываем флизелин клеевой стороной к изнанке платочка. Хорошо расправляем. И затем начинаем гладить. Я буду гладить через вот эту вот сеточку, иначе у нас все приклеится. То есть я имею в виду, что приклеится к утюгу. Проклеиваем платок сначала полностью по длине в середине. И затем начинаем передвигать аккуратно платочек вместе с флизелином и проглаживать до углов полностью. Когда мы платочек прогладим, мы начнем кроить. Наш платочек готов. Мы его приклеили на флизелин. То есть он у нас теперь не тянется ни в одну сторону. Кроить мы будем по косой. Поэтому очень важно, что платок наклеен на флизелин. Потому что по диагонали кроить ткань очень сильно тянется. То есть мы, например, делаем косые бейки по косой, чтобы ткань тянулась, а нам этого не нужно. Как вы уже видели, я выкроила саму основу сумочки одной деталью. То есть у меня обе стороны и дно вот на одной детали, и у нас еще две вставочки. Но сам платок кроить одной деталью мы не можем. Поэтому мы берем половинку нашей выкройки. Не забываем, что здесь у нас еще дно учитывается. Кто делал выкройки, девочки, вы, наверное, наметили, да, примерно, какое у вас дно там на сумочке получается. Вот с этой выкройки я сделала еще копию на прозрачной пленке. Я отметила здесь середину, чтобы ориентироваться хорошо. Вот видите. Очень важно, чтобы у нас оставался рант от фломастера или от маркера, чем вы рисуете. И затем мы начинаем искать подходящий рисунок для нашей сумочки. Вот у меня «Тайна сердца», он довольно большой платок. Это, по-моему, 1,20 м. Поэтому цветы относительно крупные. И для того, чтобы мне выбрать красивый рисунок, я тут, конечно, за кадром уже поколдовала, я пришла к выводу, что я возьму вот эту вот часть, но не полностью. Вот эти вот лилии у меня уйдут. То есть мне очень важно, чтобы был в центре сумочки вот этот вот орнамент. Не забываем, что у нас здесь дно учитывается в половинке. То есть вот этот вот конец рисунка у нас уйдет на дно, и его не будет видно, и вы должны ориентироваться на ту часть сумочки, половинку, которая будет видна. Я сделаю следующим образом. Я возьму вот этот вот кусочек. Для того, чтобы у нас получилась красивая сумочка, это будет основная деталь. И стороны я сделала точно такую же заготовочку из пленки. Для боковой стороны я беру вот эту вот часть платочка. Ну, здесь у нас нити точно проходят длевая и поперечная, то есть нормально как бы. И вот этот рисунок я хочу раскроить так,
чтобы у меня, ну, получается, как бы цветы стоят на голове, но здесь не особо играет роли. То есть цветы смотрят в три разные стороны, поэтому можно и перевернуть. Но почему я так делаю? Вот здесь вот тоже есть завитушечки. И когда я буду сшивать боковую сторону с лицевой стороной сумочки, у меня вот сверху тоже здесь есть завитушечки. И я хочу сделать так, чтобы вот эти вот завитушечки как бы, ну, совпадали или соединялись. То есть тогда будет выглядеть это довольно красиво. И вот здесь вот у меня тоже рисунок. Вот эта вот завитушечка, тут как бы огурец идет. И вот здесь огурец. То есть когда боковые части сошьются с сумочкой, рисунок будет как бы переходить плавно с сумочки на боковую сторону. Теперь нам нужно сделать следующее. Мы хорошо выкладываем наши заготовочки, нашу выкройку. Можно приколоть пленочку иголками, обрисовать. Обрисовать можно точно так же, либо фломастером, либо чем-то. Все равно это уйдет у нас в швы. Видно не будет. Обрисовываем все это, вырезаем и работаем дальше. Я раскроила свои детали, и сейчас следующий шаг, который мы сделаем, это сошьем наши две половинки платочка в одно целое. Шов мы разгладим в разные стороны, и затем нашу заготовочку, вот видите, я положила сейчас на этот поролон, вот он, да? Когда мы прошьем, соединим две детали, мы затем выложим все это аккуратно на наш поролон и наживим руками по кругу, то есть соединим платочек с поролоном. Точно так же на вставочках. И затем мы будем детали сшивать между собой. То есть вот эти две части, поролон и платок, мы будем шить как одно целое. Сшивать я начинаю всегда с середины дна. Соединяю середину дна сумочки, нахожу середину моей вставочки и затем от этой середины иду в обе стороны. Вот, девочки, смотрите, я сшила детали вместе. Видите, платок с поролоном как одно целое. За счет этого поролона сумочка прекрасно держит форму. Ну, я сейчас сделаю дно, то есть я вырежу картон по размеру моего дна. И вот смотрите, обратите внимание, вот видите закругление. Я дно буду вырезать не вот полностью на вот эту вот сторону от закругления, а вот посмотрите, на поролоне очень хорошо видно заломы. Вот видите, вот один заломчик и вот один заломчик. Это как раз вот та часть дна сумки, которая соприкасается со столом. То есть я буду вырезать вот такой вот ширины картон. Я обтяну его синтепоном и прихвачу вот к этим швам вручную. Когда я пришью вот это дно, я займусь подкладкой. Я сошью подкладку точно так же, как вот эту сумочку. И затем вставлю подкладку вовнутрь и соединю обе детали оверлоком. Я сшила подкладку и вставила ее в сумку. Вот смотрите, девочки, я наживила все слои вместе. И сейчас буду соединять все это оверлоком. То есть я обрабатываю полностью по окружности сумки все оверлоком. Шов станет плоским, и его легко будет вставить в фермуар. Вот такая вот сумочка получается. Видите? С кармашком. В дно я вшила картон. Ну и сейчас буду обрабатывать. Подкладка сумки и сама сумочка соединены оверлоком. Вот видите? Шов стал более плоским, и он хорошо войдет в фермуар. Полностью по кругу я прошлась оверлоком. Сейчас я уберу наметку и буду вшивать фермуар.
Девочки, сегодня я вам покажу свой способ пришивания фермуара. Вот смотрите, я на фермуар наклеиваю вот этот вот бумажный скотч на уголках и посередине. И я затем на одной стороне нахожу середину, то есть ровно середину, где она выпадает. Вот у меня получается между дырочками. На второй стороне я середину не ищу, а просто прорисовываю вот по этой линии, вот по средней линии, на обратную сторону. Потому что иногда дырочки не совпадают вот в этих фермуарах, в пробитах. И вот эти полосочки я делаю для того, чтобы мои швы, вот эти вот боковые, совпали на обоих сторонах. То есть я начинаю пришивать одну сторону фермуара, дохожу вот до этих вот уголков, нахожу точки, то есть дырочки вот на этом фермуаре, ставлю меточку опять на одной стороне и переношу ее сразу на другую, чтобы у меня уголки или вот эти вот швы совпадали, чтобы потом было красиво. Ну и шью я каждую сторону в 3 этапа. Значит, для того, чтобы правильно вшить фермуар, несмотря на то, что мы, конечно же, делаем метки на нашей сумке, в конце концов они у нас там потом куда-то пропадают, при сшивании сумки тоже где-то у нас миллиметры разницы, поэтому я делаю следующее. Я совмещаю шов со швом. Вот, то есть боковые швы, где у нас вшиты, на одной стороне. Выкладываю мою сумочку, ищу середину и втыкаю сюда иголочку с одной стороны. Ой, извините, тут гремит, я уберу сейчас фермуар. Теперь делаю то же самое с другой стороны. Совмещаю мои швы, чтобы они у меня совпадали. Выкладываю середину, втыкаю иголочку. То же самое, несмотря на то, что у нас здесь вырезано, я делаю вот с этими вставочками. Потому что иногда, когда я обрабатываю особенно оверлоком, может такое быть, что там на пару миллиметров у меня вырез сместится. Вот здесь у нас вырез совпадает, то есть точно посередине. Теперь другую сторону проверяем. Шов со швом. Ну, здесь тоже, в принципе, совпадает. Надо хорошо только выложить. Вот я выложила этот уголочек. Делаю наметочку иголкой. Готово. Теперь берем наш фермуар. Значит, я начинаю всегда с той стороны, где нету вот этих вот штучек. Ну, вот эти штучки, чтобы удобнее было пришивать, можно, в принципе, приклеить вот так наверх их, просто тем же бумажным скотчем, чтобы они не болтались и не мешали. Что мы сейчас и сделаем. Иначе они очень мешают и раздражают. Вот так приклеим их просто-напросто. Пока. Учтите еще то, что вот эти штучки для цепочки или для ремня, они у нас должны быть на той стороне, где у нас пришит карман. То есть мы начинаем пришивать с той стороны, где вот этих штучек нету, и значит противоположную сторону без кармана мы начинаем с нее. Я возьму мне сейчас в помощь вот эти вот скрепочки канцелярские, или как они называются, пока, чтобы мне фермуар сильно не болтался, не мешал. Далее мы вставляем нашу сумочку фермуар, чтобы у нас совпала дырочка с наметкой.
Вот булавка мне мешает, ее надо немножко подальше вниз. Вот так. Итак. Вот вставила я. Что я делаю? Я беру вот такую вот булавочку, они у меня уже погнутые все, и первые две дырочки в середине я зажимаю вот этими вот булавочками. Я вставляю их насквозь, как если бы я прошила, и затем я распределяю свою сумочку по фермуару. И примерно так вот тоже булавочками закрепляю на каких-то участках, чтобы мне было удобно шить. Нам не нужно закреплять полностью фермуар. Следите только за тем, чтобы у вас вот сумочка хорошо заправилась в фермуар и нигде ничего не торчало. Так, сделали еще одной булавочкой. Вот так вот выглядит это дело. Теперь я начинаю пришивать. Пришиваю я вот такими вот нитками. Это мерсеризированный хлопок. Я не пришиваю металлизированными нитками, потому что пока ими прошьешь, они облазят, извините меня. Сейчас на этом участке, который я закрепила, я начну прошивать иголкой, то есть как бы пунктиром, на через одну петлю. И я прошиваю, ребята, обратите внимание, я сейчас буду прошивать вот точно вот от этих булавочек вот до этих. Сначала в одну сторону, потом обратно, в эту сторону, обратно. Дальше я шить не буду. То есть я сначала сделаю вот эту сторону, вот этот кусочек. Затем я сделаю вот эту сторону, тоже этот же прямой кусочек. И затем все булавки, они мне, в принципе, будут не нужны. Я их уберу, чтобы они мне не мешали. И тогда начну заниматься вот этими уголками. Я вошью сначала одну сторону. Вот смотрите, девочки, я вам не буду показывать весь процесс, как я шью, я вам просто объясню. После того, как я прошью вот этот прямой участок, я аккуратно расправляю свою сумочку вот до конца, до угла. И определяю, где у меня шов, вот где он войдет в фермуар. Например, если это будет вот эта вот дырочка, да, я, когда фермуар закрою, точно так же, как здесь, переведу эту линию на другую сторону, к дырочке на второй стороне. И точно так же вот этот шов совмещу с наметочкой вот на этой стороне. Тоже соединю точно так же булавочками сначала швы, потом застегну сумочку, посмотрю, как это смотрится, правильно ли совпадают швы, не сместилась ли я где. И затем вторым этапом я начну прошивать вот как раз от этого шва, ну, на дырочку выше. Пойду вниз до угла, до вставочки, обратно, и затем в эту сторону соединю первый шов с моим вторым швом. То же самое я сделаю на этом углу. На этой стороне, значит, у меня будет уже тоже середина пришита. Уголки, швы я все совмещу, и мне останется прошить только эту сторону точно так же, как и на этой стороне. Я думаю, что я объяснила более-менее понятно, девочки, и вы справитесь. Ну, в принципе, ничего трудного. Я просто вот пришла к выводу, что этот способ для меня самый удобный. И потом, когда вы вот закроете сумочку, посмотрите, да, очень легко тогда определить сразу, сошлись ли твои швы, хорошо ли все легло. Поэтому я делаю так. Советую вам сделать тоже так. Попробуйте, может быть, вам понравится. Ну, а я вам покажу уже готовую сумочку. Девочки, фермуар я пришила. Как я пришивала, я вам рассказала. Теперь
Шов у меня, конечно, получился аккуратный, его почти не видно, но все же. Вот смотрите, вот такое вот самоклеющееся кружево. Видите, у него отклеивается такая бумажечка сзади. И здесь клейкая полоска. Я наклеиваю с заходом на фермуар, желательно побольше. И затем частями, небольшими участками я заправляю вот это вот кружево. Оно здесь тоже наклею, то есть на этой клейкой липкой ленте. Я все это заправляю под фермуар. Для этого я использую минутку. Сейчас вам покажу. Вот такой вот, это нож для открывания писем. Такая штука. И вот я им аккуратненько вот так вот заправляю туда, под этот фермуар, кружево. И не прерывая, клеим кружево полностью по всей сумке. И когда кружево встречается, мы делаем небольшой нахлёст. Здесь все это опять же заправляем. Можно это аккуратно соединение подшить руками еще. Можно и не подшивать, не обязательно. В принципе, у меня вот я сумочки использую, у меня не случается ничего. Как ручку я буду использовать вот этот вот ремешок, который я покупала в магазине Action. Он по цвету вот подходит более-менее к нашему платочку, к цветку на платке. И использовать я буду вот такие вот карабинчики и регулятор длины. Ручку я сделала достаточно длинной, поэтому сейчас я пришью вот эти наши карабинчики, сделаю регулятор и затем покажу вам уже готовую сумочку. Сшила я ремешок. Вот видите, с одной стороны один карабинчик. Затем у нас идет регулятор длины. И со второй стороны у нас тоже карабинчик. Я сделала вот такую вот подвесочку сюда. Вот видите, красивая такая. Тоже под бронзу. Карабинчики, конечно, у меня под серебро, скажем так. Потому что, ну, не знаю я, где можно достать вот эти вот бронзовые, кроме как у китайцев. У нас мы искали, есть только в золотом цвете и в серебряном. Ну, в золотом цвете они до такой степени выглядят дешево, что я даже и не думаю их покупать. Ну и давайте я вам покажу внутри. Вот видите, я приклеила кружево по кругу полностью. Здесь у нас кармашек розового цвета с этикеточкой, с моим именем и написано «ручная работа». Кармашек двойной, отделан тоже хлопчатобумажным кружевом, прошито все. Подкладку вы тоже уже видели. Ну и в итоге получилась у нас вот такая вот сумочка. Давайте я вам покажу ее со всех сторон. Вот, вот и вот. И вот наше дно. Я сделаю сейчас еще фотографии сумочки и вставлю их в конце видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео окажется вам полезным и вы что-то возьмете себе на вооружение. Ну все, пока!